Сегодня я покажу вам, как сделать воротнички для школьной формы, техники или ширмы. Для работы нам понадобится бумага, стекло, металлические трафареты, выжигательный аппарат и ткань. Первоначально нам нужно подготовить форму воротничка, шаблон. Вот мы его снимаем, потом переносим на бумагу, дорисовываем фигурки. И у нас получился вот такой вот рисунок, который нам необходимо теперь перенести на ткань. Накладываем наш эскиз на стекло, отрезаем необходимый кусочек ткани, чтобы ткань покрывала полностью весь наш эскиз. Теперь нам нужно включить наш выжигатель, не забывая про то, что нужно соблюдать правила техники безопасности. При работе с электроприборами нужно смотреть внимательно, чтобы не обжечь руки и не прожечь провод. А в остальном работа совсем несложная. Итак, материал на эскизе мы закрепляем в четырех уголках, для того, чтобы наш эскиз был крепко закреплен и ткань плотно-плотно прилегала к эскизу. Первое, что нам необходимо сделать, нам нужно по краям сделать срез. Пальцами левой руки аккуратненько прижимаете, для того, чтобы материал не поднимался и не возникали фалды. Дети, начиная с 9 лет, под присмотром мамы могут работать в этой технике, а начиная с 10 лет полностью самостоятельно. После того, как мы прорезали полностью край, кладем иголочку на подставку и снимаем оставшийся материал по контуру. Воротничок у нас по контуру готов. Бумага при этом у нас не прорезается, она остается в том же состоянии. Наш воротник плотно прикреплен к бумаге, и у нас сейчас есть возможность аккуратненько вырезать тот рисунок, который мы с вами нанесли. Продолжаем вырезать внутренний рисунок нашего воротничка. Для того, чтобы работать данной техникой, нам необходимы чисто синтетические ткани. Это ткани, содержащие химические синтетические волокна, полиэстер, полиамид, акрил. Синтетическая ткань оплавляется очень мягко, и под воздействием всего лишь небольшого тепла она может принимать ту форму, которую ей задают. Технология изготовления нашего воротничка совсем не сложная, но нужно соблюдать некоторые правила, чтобы наше изделие получилось аккуратным и красивым. Первое правило. Необходимо иглу держать строго вертикально. Именно это позволяет делать прорези аккуратными и четкими. Второе правило. Нужно четко заканчивать линию обреза от начала и до конца. Если ты начал с точечки обрезать фигуру, например, капельку, вот как я сейчас это делаю, то заканчивая ее нужно именно в той точке, откуда начал, доводя до конца и даже немножко заходя на ту же линию, с которой начал. Тогда прорезы получаются очень четкие и аккуратные. Мы выполняем сейчас наш воротничок на трафарете бумажном. Еще же применяются трафареты металлические, которые можно найти на любой металлической линейке. Вот, смотрите, вот такая вот линеечка металлическая с прорезями. Они здесь разной формы, разного размера. Накладываем металлический трафарет на нашу точечку и обязательно обводим по два круга, потому что металл берет на себя много тепла и много энергии. И иногда бывает, что за один круг игла не прорезает ткань. Когда же мы проводим по нескольку раз, 2-3 раза, все будет чистенько и все прорежется. Заниматься ручной работой – это удивительно. Наши руки – это инструмент нашего общения с окружающим миром. Ведь на кончиках наших пальцев находятся миллионы и миллионов нервных окончаний, которые, в свою очередь, связаны с корой головного мозга. И они несут всю ту информацию, которую мы получаем через руки. Не надо бояться, не надо лениться заниматься творчеством. Оно открывает такие огромные горизонты и дает столько тепла, столько счастья. А еще оно помогает открыть те таланты, которые каким-то образом были ранее у вас скрыты, и вы просто о них даже не догадывались.
творить можно в любом возрасте. Этим заниматься никогда не поздно. Техника гелиширования проста и доступна. Ей могут заниматься все, и маленькие дети, и взрослые люди, и даже пожилые люди. Она не требует больших финансовых затрат. Для нее не нужно специальных знаний, которые получают в институтах. А еще плюс – это то, что на это уходит сравнительно мало времени. Мы закончили с вами выводить внутренний рисунок. Нам остается только снять наш готовый воротничок с эскиза. Аккуратненько поддеваем. Вот, посмотрите, если мы чистенько выполнили нашу работу, то у нас будет чистый воротничок без остатков. Но если где-то мы нечаянно не прорезали, вот тут есть несколько таких случаев, это можно сделать прямо на стекле. Вот посмотрите, что у нас получилось. И точно так же мы по этой же самой аналогии сделали пару манжетов. У нас получилась вот такая вот замечательная пара. Воротник плюс манжеты. Я желаю вам не бояться ни в каком возрасте начинать делать что-то своими руками. Ведь это так интересно, это так увлекательно. Это дарит человеку радость. И пусть именно творчество будет той отдушиной, где вы сможете улыбаться, где вы сможете быть признанным гением хотя бы для самого себя.